Эй, амиго! Отличный день, чтобы покататься. Я внес тебя в пару заездов на треках в Хантс-Пойнте и в Лагарде. Подвох в том, что везде я поставил не на тебя. Ты лихо начинаешь, парень, а потом хулиганишь. Позаботься о том, чтобы выиграли мои люди. Любыми средствами. Даже не думай о первом месте. Новый парень детей считается фаворитом. О нем ходит много разных слухов. Помогать, парень!
Эй, амиго! Отличный день, чтобы покататься. Я внес тебя в пару заездов на треках в Ханспойнте и в Лагарде. Подвох в том, что везде я поставил не на тебя. Ты лихо начинаешь, парень, а потом хулиганишь. Позаботься о том, чтобы выиграли мои люди. Любыми средствами. Даже не думай о первом месте. Пришлось много вкалывать на этих парней, но после того, как я помог Кэнди бежать, они сбавили обороты. Кэнди, он вечно на чем-нибудь заморачивался, никогда не знаешь заранее, что он выкинет. Коммуняки спрятали ядерное оружие в туннелях подземки. Подумай над этим, детка. Звучит логично. Девчонки приходили в замешательство. Стоит им посмеяться или уже пора делать ноги? Эти ребята давно знали друг друга. Все это было очень похоже на этакую гангстерскую семейку Адамс. Мы впятером оттягивались по полной. Наркотики, выпивка, девочки. А потом появился Корриган, щелкнул пальцами, и все прекратилось в один миг. Он был парнем, который за все отвечал. We'll be right back.
Итак, что мы имеем сегодня? Друзья мои, должен сказать, на нашем горизонте обозначилась грозовая туча. И очень скоро из этой тучи на нас польются целые потоки дерьма. Кокаин. Он станет фишкой 80-х. Каждый будет хотеть порцию, и мы должны сделать так, чтобы за ней шли к нам. Ну-ка, колумбийцы думают по-другому. А что я говорил про этих колумбийцев? Колумбийцы — это Рафаэль Мартинес. Он уже в Нью-Йорке, вовсю ворочает дела. Но очень скоро ему дадут пинка под зад. И знаете кто? Мы. Слинг может достать все, что угодно из ниоткуда. Кэнди блестяще планирует операции. Мексиканец, эксперт по дракам и стрельбе. Бишоп, бывший военный, превосходный тактик. Новенький, я слышал, он отличный водитель, один из лучших. Что до меня, я буду присматривать за всеми вами. Вместе мы устроим похищение, получим бабки и укажем Мартинесу и его людям на их место. А потом займемся бизнесом. Итак, джентльмены, пора браться за работу. Докладываю, перестрелка, Манхэттен, приступаю.
Ты должен попасть в аэропорт. Там на охраняемой стоянке колумбийцы держат одну из этих своих машин сопровождения. Вход там реально охраняемый. Парни с пушками ходят туда-сюда. Ты по-любому проникаешь внутрь, вводишь машину и отгоняешь ее в мастерскую «Феникс». Там люди бишопом установят кое-что. Взрывчатку. Потом ты пригоняешь тачку обратно в аэропорт мигом и без единой царапинки сечешь. Если хоть одна шапка из этих головорезов что-то заподозрит, весь план чертям под хвост. Как же жрать хочется. У этой тачки есть разрешение. Легко и изящно.
Заезжай, приятель. Мы тут сами разберемся. Подожди чуток. Весьма благодарен. Теперь пару слов о похищении. Мартинес, который Колумбич, сейчас в Джерси ворочает свой драный бизнес без перерыва на обед. Ждет партию кокаина,
В ближайшие 2 дня сядет свой лимузин и отправится в аэропорт. Вот сюда. Но он не доедет. А об этом мы, мать его, позаботимся. Мартинес никогда не выходит из дома без охраны банды головорезов. Чикей высадит этот конвой и поможет нам с ним разобраться. Взорвет установленные бомбы, одну на машине сопровождения, вторую под рекламным щитом. Еще 2 взрыва. На метромосту вот здесь и на бензоколонке здесь. Отвлекут сопровождение и приведут его вот сюда. Мы захлопнем ловушку с обеих сторон грузовиками здесь и здесь. И наш убойный цех будет готов. С этих крыш, парни, вы устроите локальный ад. Я нанял небольшую группу поддержки, так что проблем быть не должно. Тикей, заберешься в лимузин и отвезешь Мартинеса на этот склад. И еще кое-что. Суперновинка. Из спецназовских штучек. Последняя разработка. Каждая весит чуть больше 2 кило. Я всегда буду рядом, как будто стою за спиной. Все, что от вас требуется, это собраться и поспевать за событиями. Я буду сообщать все, что вам нужно. С их же помощью мы будем прослушивать колумбийцев. Имею в виду, парень, как только услышишь меня, откладывай все свои игрушки, кони в джерси и садись этим чудакам на хвост.